9 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано за прошлую неделю в Калмыкии. 9 человек погибли, 13 получили травмы различной степени тяжести. Такие данные приводит региональная госавтоинспекция. При надзоре за дорожным движением задержано и отстранено от управления 27 водителей, которые находились за рулем в нетрезвом виде. За прошедшую неделю на основании информации, полученной в режиме автоматической фото-видеофиксации, вынесено 2153 постановления об административном правонарушении. 11 июня 4 часа 56 минут на 32-м километре автодороги Яшкуль-Комсомольский-Артезиан произошло столкновение двух транспортных средств. Это автомашины ВАЗ-2107 под управлением 50-летнего жителя Республики Дагестан и грузового транспортного средства ДАВ под управлением 50-летнего водителя. В результате столкновения на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и два пассажира легковушки. Еще один пассажир данной автомашины с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение. Водителю грузовика была оказана медицинская помощь.